Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостным блоком Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Итоги социально-экономического развития республики за первое полугодие стали ключевой темой разговора на совещании с вице-премьером страны Александром Новаком. В республике стартовала прививочная кампания против гриппа к предстоящему эпидемическому сезону. В Черкесске открылся первый центр выявления и развития одаренных детей «Спутник». И школьники Карачаево-Черкесии принимают участие в финале президентских спортивных состязаний. Далее об этих и других темах подробнее. В рамках визита в республику вице-премьер России, куратор СКФО Александр Новак провел совещание по вопросам социально-экономического развития Карачаево-Черкесии по итогам первого полугодия. Участники мероприятия обсудили ход реализации задач, которые находятся на контроле правительства Российской Федерации. Александр Новак отметил положительную динамику реализации в Карачаево-Черкесии основных инвестиционных проектов, которые включены в модель экономического развития республики, и назвал темпы социальной догазификации в регионе одними из лучших в стране. Он также подчеркнул, что в регионе имеются все необходимые ресурсы и условия для полноценного развития субъекта. В том числе республика принимает активные меры по снижению зависимости от импортных составляющих работы иностранных компаний. Это позволит развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. В рамках официального празднования столетия республики состоялась встреча вице-премьера, куратора Северокавказского федерального округа Александра Новака, полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки и главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Стороны рассмотрели ход реализации социально-экономических инициатив президента России, государственных программ и приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан. Было отмечено, что на территории республики налажено тесное взаимодействие между федеральными органами власти, аппаратом полпредства, органами власти субъекта и различными институтами гражданского общества. Еще одним важным индикатором успешного развития региона является стабильная общественно-политическая ситуация в округе и диалог с жителями республики через различные формы коммуникации. Заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил положительную динамику реализации прорывных инвестиционных проектов, включенных в модель экономического развития республики. В частности, это проекты в области туризма, в том числе всесезонные туристско-рекреационные комплексы Тибердат-Амбай и Архыз, а также проекты по плодово-овощному хозяйству и горному делу на общую сумму инвестиций более 170 миллиардов рублей. В рамках празднования столетнего юбилея государственности Карачаево-Черкесии в регионе побывал и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. В ходе его двусторонней встречи с руководителем Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым обсуждались вопросы взаимодействия двух республик в торгово-экономической и научно-культурной сферах. Далее цитата Рашида Борисбеевича. «Между нашими двумя республиками сегодня созданы все благоприятные условия для развития взаимодействия в различных сферах деятельности. Убежден, наше дальнейшее тесное взаимодействие позволит и Южной Осетии, и Карачаево-Черкесии совместно динамично совершенствовать социально-экономическое положение наших регионов и повышать уровень жизни граждан». Закончилась цитата Рашида Тимрезова. В день празднования столетия республики в регионе побывала официальная делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжанием, с которым провел двустороннюю встречу глава республики Рашид Тимрезов. Стороны обсудили вопросы расширения международного взаимодействия и усиления сотрудничества двух республик. Отмечено, что приграничное сотрудничество Абхазии и Карачаево-Черкесии служит созданию благоприятных условий для развития сотрудничества в различных сферах деятельности между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления приграничных территорий сопредельных республик, способствующих улучшению региональной экономики, ускорению интеграционных процессов и безопасности.
Грандиозное торжественное мероприятие на стадионе «Нарт» стартовало с гимнов Российской Федерации Карачаево-Черкесии в исполнении детского хора. После на сцену поднялись почетные гости торжества. С поздравлениями от имени главы государства Владимира Путина и от себя лично к жителям Карачаево-Черкесии в рамках торжества на стадионе «Нарт» обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Время, прошедшее с 12 января 1922 года, момента утверждения республики, как единой и неотъемлемой части России, было посвящено всестороннему развитию территории. Дружными усилиями многонационального народа республики достигнуты серьезные позитивные результаты в экономике, туризме, общественной, культурной, спортивной и других сферах. Сегодня Карачаево-Черкесия, реализуя свой богатый географический, природный и кадровый потенциал, продолжает активно наращивать привлекательность как для инвесторов, так и для отдыхающих из разных уголков страны и из-за рубежа. Воплощаются большие проекты, создаются новые рабочие места, совершенствуется городская среда и инфраструктура. Все это ради одной цели – повышения качества жизни каждого человека. В этот праздничный день желаю всем, кому дорога Карачаево-Черкесская республика, мира, добра, согласия, новых успехов в совместном труде во благо нашей великой Родины. С праздником, дорогие друзья! Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак зачитал поздравительный адрес от председателя правительства России Михаила Мишустина. Премьер-министр России в своем обращении отметил, что Карачаево-Черкесия – один из красивейших регионов Северного Кавказа, который славится своей неповторимой природой, знаменитыми биосферными заповедниками, величественными горами, чистейшими реками и озерами, целебными минеральными источниками. Далее вице-премьер России Александр Новак от себя лично обратился к жителям региона с добрыми пожеланиями процветания, благосостояния, здоровья, мира и добра. Я искренне рад сегодня находиться здесь, сегодня, в этот юбилейный день, праздничный день. Действительно, Карачаево-Черкесия – это особый край, который со своей природой, со своими великолепными реками, действительно, озерами, со своими традициями, обычаями, со своей историей. Но самое главное, что в Карачаево-Черкесии живут удивительные люди. Это трудолюбивые люди, мужественные, добрые. И все, что происходит сегодня здесь, развитие республики, это благодаря тем людям, которые здесь живут. И я хочу от всей души пожелать всем жителям Карачаево-Черкесии процветания, благосостояния, здоровья, мира и добра. С праздником вас! Карачаево-Черкесию заслуженно называют астрофизической республикой. Здесь расположено сразу несколько наземных центров астрономических наблюдений. Благодаря этой базе российской и мировой науки удалось сделать ряд важных открытий. Особым подарком для жителей Карачаево-Черкесии в день ее юбилея стало поздравление из космоса. С пожеланиями к ним с орбитальной станции обратились летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Дорогие жители Карачаево-Черкесии, мы, российские члены экипажа экспедиции МКС-67, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, приветствуем вас с борта Международной космической станции и шлем вам самые сердечные поздравления со столетием, со дня образования вашей замечательной Карачаево-Черкесии. Живописная республика с ее чистейшими водами, величественными снежными вершинами известна всем россиянам своим гостеприимством, туристическим потенциалом, красивыми национальными традициями. Мы с орбиты любуемся величием Эльбруса, у подножия которого расположена ваша прекрасная республика. В Нижнем Архызе находится уникальная специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии Наук, которая наблюдает за Вселенной, что делает Карачаево-Черкесию одним из мировых астрофизических центров. Мы искренне желаем вашей республике мира, добра, благополучия. Пусть Карачаево-Черкесия всегда будет местом, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Гордитесь своей прекрасной малой родиной и усердно трудитесь во благо ее процветания. От всей души желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма. Пусть в ваших семьях будет тепло и уютно, а дома будут наполнены детским смехом и счастьем. С праздником, дорогие друзья!
Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов, в свою очередь, поблагодарил гостей за теплые поздравления и искренние пожелания. Он отметил, что в фарватере исторической судьбы нашей страны народы Карачаево-Черкесии прошли долгий, яркий, порой непростой путь длиной в 100 лет. От Карачаево-Черкесской автономной области в составе Советской России до Карачаево-Черкесской республики, полноправного субъекта Российской Федерации. Глава Карачаево-Черкесии поблагодарил всех гостей праздника, прибывших из Федерального центра Государственной Думы и Совета Федерации России, регионов страны, духовных лидеров, всех, кому не безразлично Карачаево-Черкесская республика, и, конечно же, земляков, которым пожелал счастья, благополучия и процветания. Мне очень приятно видеть вас в этот значимый для нас день. Я рад вас приветствовать на земле нашей любимой Карачаево-Черкесии, которая в этом году отмечает свой столетний юбилей. И вот то, что сегодня праздник три братские республики, республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская республика, согласно указу президента, отмечают в этом году столетний вековой юбилей. Я хочу выразить слова благодарности президенту за укрепление нашей многонациональной страны Российской Федерации и всех субъектов России. Также, конечно, хочу поблагодарить за патриотизм, усердный, созидательный труд, за вклад в будущее наших народов и нашей республики. Мы непременно продолжим делать все для развития нашей родной Карачаево-Черкесии и Российской Федерации. Дорогие жители Карачаево-Черкесии, дорогие земляки, с праздником мира, процветания и благополучия всем нам и новых успехов. Спасибо. Популярные российские исполнители Зара, Стас Михайлов, а также любимые творческие коллективы и солисты республики, государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус», Ислам Итляшев, Ринат Джанибеков и другие артисты исполнили свои лучшие хиты. Хедлайнером гала-концерта стал Василий Вакуленко, он же знаменитый российский исполнитель «Баста». Он исполнил несколько полюбившихся в народе песен, пообщался с фанатами и поздравил регион с вековым юбилеем. Меня зовут Василий Вакуленко, я из Ростова-на-Дону. Хочу поздравить от всех ростовчан ваш замечательный край, вашу республику со столетием, пожелать процветания, всего самого наилучшего. Последний раз я был у вас в гостях, дай бог памяти, в 98 году, и здесь меня встречали еще молодого артиста как родного. Спасибо вам, эти теплые встречи навсегда остались в моей памяти. Надеюсь, сегодня все пройдет у нас так же, так что дайте шума! В республиканской столице открылся центр для выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник», где будут развивать таланты дети из всех городов и районов республики. Он создан по модели федерального «Сириуса». Его задача – раннее выявление и профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших неординарные способности в науке, искусстве или спорте. К слову, Александр Новак и Рашид Тимрезов, побывавшие на открытии нового центра, дали ему высокую оценку. Вслед за точками роста и кванториумами – в республике появилась большая образовательная площадка для обучения талантливых ребятишек. Это инициатива, которая была реализована при, безусловно, инициативе руководства Карачаево-Черкесии. Это инициатива, которая поддержана была «Сириусом», поддержана была президентом Российской Федерации. И я уверен, что этот центр станет таким большим домом для тех детей, которые сегодня присутствуют здесь, кто будет заниматься в этом центре. Наш президент, он всегда говорит о том, что дети должны, независимо от того, где они проживают, учиться в равных условиях. И сегодня мы очень много строим школ и открываем учебные учреждения в сельской местности. Поэтому я считаю, что вот в этом новом центре развития одаренных детей будут учиться дети со всей нашей республики. Уверен, что для вас, ребята, это будут просто, наверное, одни из самых таких лучших времен. На 10 маленьких жителей больше стало в Карачаево-Черкесии в день ее столетнего юбилея. Вчера в республиканском перинатальном центре поздравляли мамочек новорожденных, которым посчастливилось появиться на свет в такую знаменательную дату. Комментирует информацию заместитель министра здравоохранения республики Тамара Кипкеева.
Это наши будущие врачи, юристы, педагоги. Это люди, которые прославят нашу республику буквально через некоторое время. И мы хотим сегодня в этот замечательный день поздравить их мамочек с рождением детей, с рождением граждан Карачаево-Черкесской республики от имени главы Карачаево-Черкесской республики Рашид Борисовича Темрезова. Региональные власти разработали проект по комплексному освоению территорий, прилегающих к Кисловодску в границах Кавказских минеральных вод для включения в модель экономического развития республики. Он предполагает строительство на площади более 300 гектаров жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 400 тысяч квадратных метров, строительство тепличных комплексов по выращиванию овощей и ягод на 40 гектаров. В Карачаево-Черкесии продолжаются съемки короткометражных фильмов на национальных языках республики. Уже завершились съемки 4 легенд – черкесской, ногайской, карачаевской и русской. На очереди съемки абазинской короткометражки. В съемках принимают участие жители республики в возрасте от 18 лет и старше. Все роли исполняются исключительно на национальных языках. Готовые фильмы будут переданы во все школы республики в качестве дополнительных материалов на уроках родного языка, а также показаны в районных домах культуры. Напомню, проект «Легенды и сказания Карачаево-Черкесии» реализуется автономной некоммерческой организацией «Институт социально-креативного развития Актива» благодаря грантовой поддержке Фонда президентских грантов. Три учителя из Карачаево-Черкесии поедут на Всероссийский форум классных руководителей. Педагоги со всей страны соберутся на второй Всероссийский форум классных руководителей, который состоится в октябре текущего года в Москве. Одним из финалистов стала лауреат конкурса «Учитель года России» 2018 года, учитель математики средней общеобразовательной школы номер 1 станицы Зеленчукской Юлия Копалкина. В финал также вышли учитель математики лицея номер 7 Усть-Джугуты Лариса Ибзеева и учитель Изои Черчения первой школы станицы Кардоникской Светлана Белогудова. Музеи Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестана и Чечни станут участниками 16-го фестиваля современного искусства «Аланика». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина. По результатам практического семинара были определены 12 потенциальных музеев-участников проекта. Именно по ним совершили исследовательскую поездку кураторы, определив 8 музеев-финалистов фестиваля «Аланика». Карачаево-Черкесия представила музей-памятник защитников перевалов Северного Кавказа. Школьники Карачаево-Черкесии принимают участие в финале президентских спортивных состязаний. Это фестиваль спорта и здоровья, который уже стал традиционным. Из года в год в фестивале принимают участие все больше регионов страны. В течение 3 недель школьные команды со всей России будут соревноваться в конкурсных программах спортивной, интеллектуальной и творческой направленности. Карачаево-Черкесию представляют 14 человек. Это победители республиканского этапа среди городских команд от гимназии номер 19 Черкеска и 7 человек среди сельских от средней общеобразовательной школы аула Инжичукун Абазинского района. Финал состязаний будет проходить с 7 по 27 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок» Краснодарского края. В республике стартовала прививочная кампания против гриппа к предстоящему эпидемическому сезону. Регион уже получил первые транши вакцин для взрослых «Совигрипп» и для детей «Ультрикс Квадри». Всего в этом эпидсезоне предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 23, в горах местами 11-16. В южных районах чрезвычайная пожароопасность 5 класса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 23 градусов.
Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево, Черкесия.